Приветствую гостей и подписчиков моего канала, на связи Алексей Шевченко. Сегодня покажу, как сделать так, чтобы фотография в вашем посте стала кликабельной. Спускаемся вниз. К примеру, вот мы решили публиковать пост. Вот берем его, копируем. Пишем, что у нас нового, вставляем. Подгружается ссылочка. И здесь мы выбираем вот такой значок. Выбрать фотографию. Заметьте, изображение предварительно желательно, чтобы было 537 на 240 пикселей. Нажимаем «Выбрать файл». К примеру, вот это изображение. И вручную подгоняем его. Нажимаем «Сохранить изменения». Наша картинка стала кликабельной. Переходим, нажимаем на картинку, и нас перекидывает на сайт. Если данное видео было вам полезно, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Впереди еще много полезного на тему продвижения вашего бизнеса в сети интернет.